18 апреля в детском саду Ауксинис Рахтялис состоялся традиционный фестиваль детской песни «Шипсинели». Спасибо вам, что вы пришли к нам. Спасибо за то, что вы поете, что вы умеете петь и любите песни. Удачи вам сегодня! Детский сад Ауксинис Рахтялис собрал дорогих гостей, юных вокалистов из других детских садов города и их педагогов. В течение часа музыкальный зал сиял улыбками малышей и был наполнен их звонкими голосами. Участники фестиваля показали свои вокальные и танцевальные навыки, а зрители горячо поддерживали маленьких исполнителей. Большая заслуга руководителей детского сада Ауксинис Рахтялис состоит в том, что фестиваль живет и радует нас многие годы. Как видите, сегодня у нас шумно. Только что закончился традиционный наш фестиваль песни «Шипсинели, улыбка», который мы проводим уже много-много лет. Один год он у нас проходит чисто для наших певцов, наших садиков, а другой год мы делаем его республиканский, а если приезжают наши партнеры из-за границы, то и международный фестиваль. Так что сегодня у нас было 5 детских садов: Гентарелис, Ажолюкас, Ауксинис Гайдялис, Кульверстукас и наш Ауксинис Рахтялис. Мне очень нравится, что педагоги всех садиков прививают любовь к музыке, учат детей, как им себя вести на сцене, учат движений с песнями, напевая. Так что сегодня вот этот час пролетел мгновенно, и он был действительно хороший. Я очень благодарю своих педагогов, особенно педагога по музыке Лайму Каенайте, за то, что каждый год она организует этот фестиваль. И, конечно, благодарю коллегам из других садов, что пришли, привели детей и побыли с нами вместе, разделили с нами вот этот фестивальную улыбку. По завершении праздника все его участники получили благодарности и сладкие призы. На память была сделана и общая фотография. Пожелаем фестивалю детской песни «Шипсинели» удачи в следующем году!